Всем привет! Хочу снять такое видео на виски William Peel. Я уже снимал на William Peel, но только оно было другое. Там другая система его изготовления была, другой процесс. Там выдерживался он в бочках в определенных, а это у них считается классические виски. Классический, без всяких там улучшений каких-то, необычное изготовление. Есть, кстати, у них в линейке ликеры еще там интересные. Можно будет как-нибудь попробовать. Но что-то я не захотел ликеры пробовать сладкого. Так что-то не сильно хочется. Ну, надо будет попробовать как-нибудь. Бутылочка такая небольшая. Всего лишь 1 литр. Так что такая... Ну, она увесистая, не маленькая. Вот кажется, даже на камеру смотрю, она не выглядит так, какая она есть. Я же говорю, тут вот снифтер и вот бутылка, не знаю, так даже не видно. Но размеры, конечно, у нее такие не маленькие. Как раз она просто сейчас именно литровая идет по скидке. Чем брать 700 граммовую, лучше взять литровую, чтобы ее надолго хватило так посмаковать, когда виски охота. Перевод здесь все по-английски. Вот это хорошо, что оно хоть и идет именно Франция написано, но это марка, бренд получается, а виски само вода 15, спирт дистиллированный. Солоду та зерна витримані в дубових бочках не менш 3 років. Барвник є 150 сахар. Купаж солодового і зернового віскі. Купажирований, виходить. Розгорний віскі світло-бурштинового кольору. Країна походження – Шотландія. Коротше, шотландський віскі. От ззаді така теж інтересна бутилка. Така прикольна на вид, інтересна. Шотландский виски, бренд принадлежит, получается, Франции, как и многие сейчас заводы, которые именно производят сам дистиллят, а бренд принадлежит французам. Ну, будем пробовать. Обычная крышка стальная, нету дозатора, что тоже плюс. Ну, может, для такой бутылки он и не помешал бы. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Этот виски я не пробовал, кажется. Может быть, когда-то давно, не помню. Не, вряд ли. Наверное, да, я его только хотел просто попробовать взять как-то и как-то не брал. Ну, что он такой... Ну, стандартного класса, невысокого считается. Ну, вполне, я вот почитал комментарии. Дабл матурацию, это что я снимал, вид ихнего виски. Вот это мне понравился. И многим так тоже нравится он. И за этот, кстати, отзывы я глянул неплохие. Думаю, надо попробовать взять, что оно за классическое будет именно этой марки виски. Интересно, действительно. Такая марка, что, ну, в смысле, как многие берут на коктейли, что пить ее в чистом не сильно, мол, она резкая там и все такое, что это ценовой диапазон невысокий. Ну, что я вам скажу. Аромат интересный. Аромат ничем не уступает тому же Хэнки Беннистер и более дорогим видам. Свежесть яблочная такая, зерно и рис. Вполне спиртуозность невысокая. На закуске сыр. Кстати, еще хочу попробовать с яблочным соком развести. Говорят, вкусный получается коктейль. Именно это виски, яблочный сок, что он идет хорошо, мол, под коктейль. Ну, я и думаю, в чистом виде он неплох. Где-то, если посидеть с компанией,
под разговор. Да, слышно торф немножко даже открывается, да, действительно. Классический такой аромат интересной виски. Именно в таком ценовом диапазоне я даже удивлен, можно так сказать. Яблочность, я же говорю, на первых тонах свежесть. Как вот сейчас на вкус еще будет. Даже такая карамель, немного сладкое яблоко. Интересно. Да, потом ловятся ноты торфа. Если его так он подышит еще, я думаю, он ароматика еще повысится. Каплю воды я не хочу капать, чтобы раскрыть вкус еще больше. Смешивать его не буду, ну, разбавлять, как в идеале, что если каплю воды добавить, то открывается больше вкуса, но теряется насыщенность. И первозданный его вид с бутылки. Уже вода, она делает. И, конечно, даже капля меняет структуру тела виски. Да. Удивлен. В таком ценовом диапазоне мягкая. Оно ничем не уступает более дорогим, не дорогим, а более дорогим. Я же говорю, от того Ханки Банестера и выше даже какие идут, такой диапазон невысоких цен. Понятно, что не 12-летние какие-то там. Я имею в виду такие, что в широких массах, в широком кругу покупают население. Да. Слышно зерно, соломенность такая, вискарная. Классический виски. Вот именно классический такой, именно он не перекопченный. Вот, например, если как тот же Беллс, он более копченый, мне кажется. Ну, кстати, мне более торфяные, конечно, нравятся запахи. Но тут вот оно поднимается на верхний план. Торф, дымность. Да, вполне мягкая. Отлично, можно даже сказать. За такую сумму, в таком классе и такое виски. Ну, еще много говорит о том, видно, что оно произведено за границей. Вот в чем дело, что придерживается, качество придерживается. Не бодяжится, оттуда привозится перевод. Оригинальная. Аромат даже подносишь. Ну, снифтер, само собой, нужен. Или Гленкер, еще в идеале. Это вообще было отлично. Зерновые. И рис, карамель такая. И яблочная такая сочность. Ароматика. Даже такая не только сладкая, наверное, даже кисло-сладкая где-то. 50 на 50. Яблоко. В принципе, он пьется легко, даже не хочется закусывать его. Вот сколько, если другие виски бывают дегустирующие, оно, ну, такое запить, закусить хочется. Мягко, очень мягко. Если оно постоит открыто, и вот так открутить крышку, чтобы постояло где-то полчасика,
можно и часик даже. И все вот эти сивушные верхние масла выйдут, поднимутся. Потом закрутить, и можно вполне, оно должно поменять ароматику, добавиться еще больше будет. Спирт уйдет на второй план. И откроется торф. Торф, кстати, открывается. Да. Торф сразу не слышно. А вот именно когда спирт чуть-чуть развеется, вот когда покрутишь фужер, это говорит о том, что надо подышать в бутылке. Ну или в фужере, когда налили. Ну просто так удобнее, когда бутылку открутили, она вся подышит, и тогда можно уже употреблять с компанией там. А если сами налили в фужер, сколько там вы собрались выпить, и хай постоит, подышит, покрутить его, обогатить кислородом. И вполне отлично. Да. Литровая бутылка по нормальной цене. Цену вы можете увидеть на платформах, интернет-платформе. В магазинах оно тоже разные цены есть. Рекламировать я не буду. Разные магазины. Чтоб это не думали, что реклама какая-то или... Просто это... Я говорю об этом виски, чтобы вы имели в виду, стоящее оно или не стоящее, брать его или не брать, и насколько оно вкусное, можно так сказать. Да, приятное виски, приятное. Сейчас попробуем еще коктейль. Так, сколько мы нальем, где-то сделаем, наверное, вот, третья часть, скажем так, сейчас, и две части сока. Ну, для правды, вот так. Ну, что я вам скажу. С соком не то. Не то. Виски-кола. Может, еще прокатит. Но кола, вы же сами знаете, она не сильно полезная. Можно иногда, конечно, да, выпить. Но от нее, конечно, толку никакого. Один вред. Это раз. Это не то, что кола была, что раньше когда-то. Когда ее только создали... Не, ну ее раньше создали вообще, и в самом начале она там в состав даже кокаин входил. То вообще была зверская вещь. Я имею в виду, когда уже одни травы остались там, она же как лечебная была изобретена. Ее в аптеках раньше продавали. А сейчас это уже чистейшая химия. Не, с соком то не то. С соком... Нет. Это виски в чистом виде отлично. Вот многие сказали, там соком разбавляют, типа коктейль классный. Не знаю, мне не очень. Может, с колой, но я же говорю, хоть оно и вредное, но с колой будет даже интереснее, наверное, чтобы был газ, чтобы были вот эти ноты кольные, виски кола. Как мы привыкли, что продавалось всегда в бутылках. Ну, так, что я вам скажу. В чистом класс. С соком. Ну, может быть, с гранатовым интереснее будет соком. Да, с гранатовым. С ананасовым. Сомнительно. Мне кажется, пожалуй, самое лучшее будет гранатовым. Да, апельсин тоже не то.
гранатовый соком, мне кажется, это будет самый лучший гранатовый. Может быть, кстати, неплохо будет гранатовый швепс. Вот я думаю, да. Ну, опять это что же? Химия, можно так сказать. В чистом виде класс. С водой. Кстати, с газированной водой. Просто виски еще есть, разбавляют, пьют. Вот попробуем. Ну, хай вот так мы сделаем. Где-то один, наверное. Вот так, где-то один к одному приблизительно. Да, ароматика, спиртуозность уходит. Ароматика раскрывается. Да, даже с газированной водой то намного лучше, чем с соком. Не, он портит виски. Он хороший виски. Вот это виски. Действительно, что он не отвратительный, не... не резкий какой-то, не горький, нет у него каких-то привкусов таких неприятных. С водой даже, вот холодная вода была, не захолодил, со льдом, это вообще, мне кажется, была бомба. Открывает вкус, действительно. Если кто хочет вот так разбавленный, типа как крепкое, кто не любит такое, что 40-градусное, это вполне нормальный вариант. Ароматика открывается. Отличная. Все те же вкусы. Кстати, вот лимонная вода, я же говорю, есть еще. Вот тоже будет классно. Лимон добавит ароматики. Может быть, тоже будет неплохо. Но уже будет забивать этот вкус. А самое лучшее, пожалуй, это пить его в чистом виде. В чистом виде это, ну, нормально. Я же говорю, кто в виски разбирается, ну, так сказать, что в ароматике, во вкусах, вполне можно его пить в чистом виде, не разбавляя. Если разбавлять, то только, скорее всего, это Кока-Колой. Вот это будет уже беспроигрышный вариант. Не полезный, но беспроигрышный, можно так сказать. Да, неплохое виски, все. Что хотел показать. Увидели, счастливо. Всем пока.